Здравствуйте, с вами компания Maxi Forex. Завершилась очередная неделя на валютном рынке Forex. Каковы итоги ценового движения основных валют за этот период и что можно сказать об исполнении наших предыдущих прогнозов по основным валютным парам? Ценовое движение евро-доллара на прошлой неделе в основном соответствовало нашему предыдущему прогнозу, по крайней мере, его первой части. Прогноз предполагал снижение пары в район сильного уровня поддержки 1.2994, а затем разворот курса единой европейской валюты и подъем пары к установленным целевым уровням. Вместе с тем, прогноз предупреждал о том, что в случае пробоя поддержки на 1.2994 нисходящее движение пары может продолжиться. Фактическое движение валюты подтвердило наши ожидания. После открытия торгов курс пары действительно резким скачком опустился вниз, а затем, после кратковременного отката, вновь продолжил снижение. Основным драйвером падения единой валюты стали результаты выборов во Франции и в Греции и последующая политическая неопределенность в еврозоне. Беспокойство инвесторов по поводу того, что новый курс властей Греции может поставить под угрозу всю процедуру спасения этой страны от дефолта и вызовет существенное ухудшение ситуации в Европе, спровоцировало снижение евро до 4-месячных минимумов. В результате на первоначальном снижении пара достигла наши основные прогнозные уровни. При этом в связи с довольно низкой активностью ценового движения, ожидаемый нами во второй части нашего прогноза разворот пары и коррекционный подъем валюты на этой неделе не состоялся. Мы ожидаем его теперь уже на следующей неделе. Относительно нашего прогноза по валютной паре фунт-доллар можно сказать следующее. Наш прогноз предполагал продолжение нисходящей коррекции и снижение пары в ценовую зону 1.61-1.60-60, а затем разворот пары и возобновление подъема курса британской валюты к установленным ценовым уровням. Действительно, после открытия торгов курс пары возобновил снижение, но только к концу недели в довольно волатильной динамике достиг нижней границы нашего прогнозного диапазона и вошел в зону предстоящего разворота. Катализатором снижения валюты в течение всей недели оставался неблагоприятный настрой инвесторов, связанный с политической ситуацией в Европе, падением единой европейской валюты и усилением доллара по всему спектру рынка. Что же ожидает единую европейскую валюту на следующей неделе? Учитывая, что коалиционные партии Греции, по всей вероятности, приходят к некоторому согласию в отношении формирования правительства, а Евросоюз вновь оказал Греции финансовую поддержку для избежания дефолта, негативные настроения рынка в отношении перспектив единой валюты несколько стихают. В связи с этим евро-доллар может найти в начале недели определенную поддержку у участников рынка и протестировать на подъеме ценовой диапазон 1.3075-1.3140. Однако далее политика нового руководства Франции, финансовое состояние Испании и динамика стоимости кредитования проблемных стран еврозоны на долговом рынке могут вновь привести к усилению давления на единую европейскую валюту. В связи с этим в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем разворот пары после подъемов вышеназванной ценовой диапазон и возобновление снижения евро к целевым уровням 1.2904, 1.2874, 1.2818, 1.2790, 1.27, 1.2660 и 1.2670. 15. По прогнозу ценового движения пары фунт-доллар на следующей неделе можно отметить следующее. Британский фунт постепенно подбирается к цели своего восходящего движения верхней границы начального треугольника в район 1.6530. Несмотря на то, что в паре с американским долларом фунт испытывает крайне негативное влияние от падения спроса на европейском рынке, доверие инвестору к британской валюте по-прежнему остается достаточно высоким. Рынок продолжает инвестировать в британский фунт
на фоне неопределенных перспектив единой европейской валюты. Нисходящая коррекция пары фунт-доллар в течение двух последних недель улучшила техническую картину и демонстрирует сейчас существенную перепроданность валюты. Следовательно, на достигнутых в процессе коррекции уровнях вероятно появление нового спроса на покупку британской валюты. Исходя из этих факторов, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение снижения пары фунт-доллар в ценовой зоне 1.6030, а затем возобновление подъема курса британской валюты к целевым уровням 1.6093, 1.6142, 1.6181, 1.6230, 1.6264 и, возможно, к 1.6298. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.